Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Asus PhoneROG 8 Pro. И сейчас я покажу вам, как поменять разрешение записи видео. Итак, открываем камеру. Далее выбираем видео. Далее нажимаем на стрелочку. И здесь у нас есть разрешение HD, FHD, 4K и 8K. И вы можете выбрать то, что вам хочется больше всего. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.